Китае активно популяризируется технология «Славянка». Происходит это благодаря партнеру проекта Виктору Аристову и его сотрудничеству с компанией Denzel. Результатом этого стала разработка двигателя DA90S по технологии Duenova, который испытан на различных транспортных средствах и запущен в серийное производство, а также разработка двигателя DA100S, который сейчас активно тестируется и также готовится к серийному выпуску. Сегодня Denzel продает не только двигатели по технологии Duenova, но и электробайки с этими моторами. Один из них – Denzel Rush 3 со синхронным двигателем DA90S, который способен разогнать байк до 85 км в час. А теперь вы можете ознакомиться с фрагментами испытания данного байка.